Баскетбольные смешные настолько увлечены работой, что даже пауза в единой лиге ВТБ на матче сборной не помешала нашему поиску забавных моментов. Мы пересмотрели все игры сезона и нашли над чем посмеяться. Вы с нами? Поехали! Скотт Рейнольдс следует главному правилу единоборств. Лучшая драка та, которая не начиналась. Вот он убегает от проблем в матче против Пармы. А это аналогичная ситуация против Химок. И у движения имени Скотта Рейнольдса есть последователи. Тре Маклин из Пармы следует примеру защитника «Зенита» и даже не идет, а бежит в народ прямо во время матча. Все мы знаем, насколько непросто бывает выдерживать конкуренцию в таком клубе, как «Химки». Станислав Ильницкий ощутил это в прошлом сезоне на себе. А в этом сезоне уже Томас Робинсон проверил готовность Чарльза Дженкинса вот таким неординарным способом. Чарли, это Химки. Здесь нельзя выключаться из борьбы. Борьба атлетов с баскетбольным оборудованием принимает все большие масштабы. Вы только посмотрите, что позволяют себе эти кольца. Хотя бывают и исключения из правил. Стефан Маркович и немного сербской магии на линии штрафного. А вот Сергей Карасев благодаря нашей рубрике раскрыл секреты своего баскетбольного счастья. И как у него получаются такие броски? Секрет прост, и он вас удивит. Готовы записывать? Дело в том, что Сергей играет только в правых носках. Левые выбрасывает. Все левые выбрасывают, они несчастливые. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Сытудис в этом сезоне уже попробовал себя в роли руководителя группы поддержки. Не понимаем, как это прошло мимо нашей рубрики, и восстанавливаем справедливость. Баскетбольные смешные заканчивают выпуск неизданных моментов и с нетерпением ждут возобновления чемпионата. Встречаемся с новыми забавными моментами ровно через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля.